Доктор Шимановский, вот эту вот солнечную, вот она, солнечная, представляете? Так они у меня пока вот эту вот делали, они мне ее затоптали. И я ее выкапывала, реанимировала. Ну а тут вот муравьи постарались. Ну вот начала отрастать. Может и ничего. Сколько у книги? 12. Улетели, говорите, есть? Да, конечно. Адам, вон он, вот он, Адам, вон он. Большой, он перезимовал. И доктор Шимановский, самоплодный, он тоже перезимовал. А эти два, вот они мне вытоптали. Поэтому я пошла и купила, и купила, и купила. По 290 рублей, что ли. А вот это с Новосибирска пришла актинидия от Сидоровича. Я говорю, вы мне скажите, какой сорт? Не знаю. Я говорю, ну вы скажите, пожалуйста, девочка или мальчик? Ну я что, под юбки, что ли, заглядываю? Прислал прямо с цветами его. Это актинидия Адам. Это опылитель каламикты. Это растение каламикта. Но он у меня уже перезимовал. Достаточно хорошо перезимовал. Вот. И для актинидии мы сделали вот такую шпалеру, которая на зиму опускается вместе с растениями. Ну, в этом году они, конечно, еще маленькие, она им не пригодится. Просто пока они мне уладили, они мне два куста затоптали. Поэтому я позаботилась заранее. Вот. Она, говорят, что зимой она не вымерзает, она вымерзает весной. Вот. Весной вымерзает. У моей подружки вся актинидия уже большая, красивая, которая плодоносила, вымерзла в этом году. Не знаю, в чем дело. Ну, посмотрим. Вот здесь шарниры, вытаскивается бол, вот этот раскручивается, и она ложится, и все. Но этого достаточно, чтобы прикрыть ее. Она под снегом будет, а потом весной она все равно накрытая будет, а снизу она будет проветриваться. Вот что.